Всем доброе утро. У меня тут на завтрак горячие бутерброды. Этот сыр какой-то, я забыла, как он называется. И кофе. Вот. Начинаем новый влог. Ну что, мы собрались на ноготочки. Точнее, я собралась. Я решила маме дать отдохнуть. У нее нет времени мне сейчас делать. Вот, тем более праздники не хочу. А ногти делать мне нужно. Ду-ду-ду. Нет, я попозже с тобой пойду. Поэтому решила записаться к девочке, которую раньше делала. Еще давно-давно, в далеком 16-м году. Вот к ней пойду. Мама в Кургане принимает. Вот, поедем вместе. Глянь, солнышко вышло, прелесть, да? Видите, какие глаза выразительные. Это изгиб L и M, перемешку. Мокрый эффект 3D и мока. Руша, Руша, какой мальчик красивый. Я в щеке. Еще нам нужно с мамой продукты купить сегодня. Картошку, морковку, все вот это. Все позакончилось, да. Так что пойдем с вами еще в магазин. Мы каждый влог ходим с вами в продуктовый магазин. И на губах у меня вот этот вот карандаш от Триумф, 32 оттенок. Так, запомним ногти то. У меня они очень тоненькие, и мама просто покрыла чисто, чтобы они хотя бы не ломались. Вот одна рука и вторая. И посмотрим, что же мне наваяют. Хочу я френч. Посмотрим, что же там у меня получится. Ну что, я приехала. Вот экспоцентр. И вот куда мне нужно. Вот сюда. Тут и товары для маникюра, и сам маникюр делается. В общем, пошла. Слушайте, зашла быстро в туалет. У меня тут такой мастер приятный. Девушка. Вот. Света уже моя не принимает. Уже сколько? Года 3 точно не принимает. И у нее мастера есть. Вот как раз-таки я зашла. Я ж не знаю, к кому я записана. Я такая, а кому я? Она такая, ко мне. Я такая, ну все. Контакт налажен. Все, сейчас быстренько и туда. Ну что, сделала я когти-ногти. От вот этих вот ветров постоянных у меня очень сильно сохнут губы. Вот такие я сделала. Вообще сначала я хотела сделать френч. Но почему-то я заметила такую тенденцию, что многие мастера не любят френч делать. Не знаю почему, честно. Вроде бы как... Это дополнительная у них плата. Я, значит, там рублей 200 дополнительно. Вот, но вроде бы как это востребовано. Это же классика френч. Поэтому я немножко не понимаю. Ну, ладно. Вообще хотела еще поднарастить. Потом думаю, ну, нафиг мне нужны длинные. Если я... Мне удобно с короткими. Дороже. Вот. Сейчас ждем маму. Пойдем заберем Фаберлик. Мне пришла смс-ка о том, что... Заказ доставлен, там новинки, вам все покажу обязательно. И еще, ну да, за продуктами, вот. Уже я говорила уже в начале влога, что и картошка закончилась, все. Так что вот такие дела, сейчас поближе вам покажу ногти. Но в принципе, у меня плюс-минус мама похоже и делает. Поэтому вот так вот. Вот, это я забыла, что за цвет. Марка Винзель. Кое-где покусали меня. Да, мы тут переплывем как-нибудь. И вот на этой руке. Обычные короткие. Красно-бордовые ногти. Но мы сейчас будем плыть, а что делать? Ну, пойдем как-нибудь обойдем. Я не знаю, что делать. Ой, ёперный театр. У нас плюс 7 градусов. И чтобы вы понимали, вчера фигачил снег с дождем. И был минус. А сегодня плюс 7. У метеозависимых людей просто лопаются головы. Пойдем. Мы недолго, а тут так намокнешь, замерзнешь. Так. Давай аккуратненько, аккуратненько. Давай. Давай, аккуратненько. Аккуратненько и рядышком. Да. Вот так. Ну и все, тут более-менее можно ходить. Вообще подскользнуться на Ать-2. Ой, ну тепло, мне очень нравится, что тепло. Я могу ходить спокойно без шапки. И это не может не радовать.
Завтра у нас Рождество, мы пойдем в церковь. Потом, скорее всего, поедем к бабушке. Ну, тоже под вопросом все это дело. Посмотрим, как все. И так, 9 числа я уже придумала, как что будет, как я хочу отметить свой день рождения. В общем, с утра мы поедем в бар пить офигенное крафтовое пиво. Я покажу вам, что за пиво. Очень-очень мне нравится, и что за бар. И потом мы встретимся в кафе с родителями там, со всеми делами, с бабушками, с дедушками отметим. И потом уже я вам покажу, какой номер мы забронировали в гостинице «Старт». Сделаю такой мини-обзор. Но, кстати говоря, гостиница «Старт» очень-очень неплохая. Очень неплохая, во-первых, потому что соотношение цена-качество, во-вторых, там всегда, в основном, всегда включен завтрак в стоимость, и также бесплатно шампуни, бальзамы, зубные щетки. В общем, да, мне нравится там. Так что, кто приезжает в Волгоград в гости, гостиницу «Старт» я вам рекомендую. В гостинице «Волгоград» я не была, у меня были там родители, и, в принципе, плюс-минус, там одинаковое обслуживание, что в Волгограде, в гостинице, что в «Старте». Так что, зачем платить больше, если результат один и тот же. Пойдем, мне в честь дня рождения упетерили бонусы. Так, а что тут? Хурма, грейпфрут. А меня еще яблоки интересуют. Угу. Мандаришки, лимошки. А все то же самое вроде. Морковка. Ну, в покупочке она крупнее была, а тут, мне кажется, она лучше. Отрывать? Алло. Что, плохое? Нормально. Да. Вот там вообще ничего. Да, я тебе поэтому и говорю. Хотя бы что-то. Ну, картошка тут мелкая. Вот в этом, если. 38. Вот такая. А в пакете... Не, ну она... Нет, поганая. Так. Вот такая, если. 52. Более-менее. Так, это что? Это свекла? Ну, вот там, ну, вообще ужасно. Вот, посмотри. Ну, это как всегда. Ну, тут хотя бы дешевле, чем в покупочке. Зелень нам не нужна? Зелень пока есть. Авокадо, не авокадо. Фасоль, икра. Видишь, все по акциям. По скидкам. Кстати, кто-то говорил, что даже кукуруза вот от этой марки неплохая вот эта. Ну, я не помню, кто. Хайнц кукуруза. Кстати, я, по-моему, тебе одну банку должна. Помнишь, это было? Я их съела. Ну ладно. Кулинар во мне умер. Ага, ну ладно, возьму. Не, ну если что, это шутка. 72. Джемы. Какой-то новый. Хозяйка называется. 72. О, иди. Шо, куряшки нет? Чего? Сколько? 209. А была? Вот так вот. Вязанка уже почти закончилась, глянь, колбаса. Не, большая, я имею в виду, вон две осталось. Так, а что еще я хотела глянуть? Ну, тут такое все. Сосиски, сардельки. Ядрёна копоть, кстати, неплохие сосиски. Дубки, видишь, премиум с сыром есть. Дым-дымыч. Копченая колбаса. Копченая. А вон и утка, видишь, вот такую я думала, ты мне возьмешь. А я что, не ту взяла? Озерская утенка. То есть, да, не я ту. Взяла, ну ты что, где сказала, я там взяла. Мне была это. Дала это. Ну, офигенно, мы поняли. Так, 287 пиле. Все прекрасно поняли и запомнили. Так, индилайт, классический фарш. Вот, 119. Тек. А его, кстати, уже и нет. Все поразобрали. Срошенько. О, а тут дешевле. 81. Вот эти я брала им с ними. А вот есть воробушки, глянь. Белые. Белые? С ванилью.
вот такие с ванилином и вот такие. Нет, нет, нам нравятся вот эти вот. Они с карамелью идут. Посмотри, пожалуйста. Ой, да они у нас за один раз уходят. До 15.01.22. Чуть-чуть осталось. А эти сейчас, подожди. А где они? Подожди. До 25. Так они 104. Это по акции, смотри, 95.81, а это 104. Может, двое таких возьмем? Кого? Вот эти? Да. Да, естественно, конечно же. Вообще-то это вкуснее. Так, ну подожди-ка. Не, по ротации. Вот, 21. Дай-ка, давай. Ага, ротация идет. Вот тут. Ой. На. Потому что то, что быстрее, то вперед, то назад. Да смотрю я, вроде нет этого кофе. Это хорошее? Нет, это горькое, мне не нравится. Эстет в кофе, ты меня прям спросила, как будто я знаю все. Нет, это вот крема. Бариста. Бариста горькая. Пойдем дальше, может, какой еще возьмем. Ты сейчас в турке кофе варишь. Варю иногда. Варю, это варю. Прямо в чашке. О, глянь. Лавация крема густо. Что это такое? Это смотри. Смотри, смотри. Молотый, кофе молотый. Молотый в растворимом вроде, нет? Нет, это просто молотый. Это может быть и ничего. Ну, лавация, видишь, там классико, масико. Не знаю, вроде, видишь, по акции просто. И в банке классно. Это что? Это как вот, можно вот как вот. А, это другое. Светланка, ну что ты, ну что ты, ну нельзя так. По нам складывается ощущение, как будто мы только едим. Кого? А, это ароматизированный молотый кофе. Не в растворимом, нет? Эх, ё-моё, придется варить опять. Да, я люблю варить. Мама, по нам складывается ощущение, что мы только едим. Все остальные не едят. Да нет. Просто у нас только рядом продуктовый, извините. Мы никуда ехать не хотим. А тут... Вот так. О, Глискоровская краска есть. Да еще и по акции. Черный. 3-0. Аргентина, Ямайка. 3-0. Вот эту штуку хвалят. Вот эту. На наборы скидка. Итак, покупки из Магнита и также покупки с... Скажите мне, сейчас покажу вам заказ Faberlic. Смотрите, это у нас свекла. Вот такая. Она с ларька у нас тут рядышком. Дальше колбаса вот такая вот. Брауншвейгская Черкизово. У нас папа такой любит. Так, дальше. Вот такое хлебобулочное изделие. Хлеб наш. Рожки сдобные с кунжутом. Ой, извиняюсь. Дальше морковка. Потом у нас идет хлеб такой, пеклеванный, нарезанный уже. Ой, дальше. Творобушки. Как я и показывала, в карамельной глазури очень-очень вкусные, правда. Так, ну, эту штуку я лично очень сильно люблю. Это рыбная соломка солено-сушеная. Они во всех магнитах есть. Флотская, извиняюсь. В общем, очень вкусная. Мне очень понравилось. Я ее беру уже, наверное, лет 6. Так, чисто поставила. Так, дальше. Вот такую тоже на пробу взяла. Я люблю соленую рыбу. Иногда просто ее ем. Да, кальмар. По-шанхайски. Мне стало интересно. Соломина. Он еще и на скидке был. 74 рубля взяла. И что у нас тут? Еще одни хлеб и одни творобушки. Хлеб вот такой вот горчичный, хлебзавод номер 5, волгоградский. И с
собственно говоря, еще одни творобушки. Вот такие были покупки продуктовые. Думали, что хотя бы что-то возьмем, а в итоге, блин, очень-очень мало всего взяли. Ну, во-первых, у нас все и есть, а во-вторых, картошки нормально нет, ну что, что поделать? Ну, в общем, вкусные вот эти штуки, попробуйте обязательно. Итак, и заказ Faberlic у нас по какому было? По 01 каталогу, потому что это вроде второй. Да, это новый каталог 02-2022, действует, действует до 17 числа по 17 января по 6 февраля. Если тут что-то, новинки какие-то будут, я вам покажу обязательно. Вот так, мельком пролесну. Секунду буквально. Так, дальше, что я взяла? Я взяла гель для стирки маме. Мои любимые, постоянно их беру, постоянно заказываю. Концентрированный гель для стирки белых тканей. Тут написано на 20 стирок, но на самом деле их хватает на больше. 118,42. Очень люблю, отбеливает для деликатных тканей, для белого нижнего белья, отличное вообще средство для постельного белья. Белье мягкое, классное, еще с кондером вместе в сочетании, вообще бомба. Обожаю. Так, дальше у нас что-то наклонился. Вот такой вот концентрированный гель для стирки деликатных тканей. Артикул 118,40. Тоже его вам часто показываю. Дальше у нас для цветных мой самый-самый любимый. Ну, чуть-чуть он у меня протек. Вроде чуть-чуть буквально с крышечки. Ну, не страшно, ладно. Самое главное, тут все целое. Так, концентрированный гель для стирки цветных тканей 118,43. Вот такой. Дальше взяла еще для черных тканей. Видите, он подкрашивающий способность имеет. Показываю вам постоянно его. 118,41. Люблю вот эту вот четверку, обожаю. Дальше из новинок, сейчас вам все покажу, но перед этим у нас дезодоранты вот такие на пробу взяла. Они были по хорошей стоимости, и тем более на них очень хорошие отзывы. Это дезодорант антиперспирант. Просто дезодорант я не люблю, а дезодорант антиперспирант прям обожаю. Этот я не пробовала от Faberlic. Это артикул у нас 86-67, вот такой ля крем. Милк протеин, абсолютный комфорт с соком инжира и молочными протеинами. Вот. Так, маме заказала. И еще вот такой я заказала на пробу. Ну, я его тоже протестирую. Весенний букет Faberlic дезодорант антиперспирант. 48 часов защиты, 0% спирта. Нет белым пятнам и т.д. и т.п. 23,52 артикул. Дальше перейдем к новинкам. Заказала я вот эту щетку. Помните, когда-то у меня была розовая? Я ее подарила от Faberlic. Она типа как Форео Луна была. И вот эту вот маленькую я теперь решила тоже заказать. Она мне удобна будет для путешествий. Плюс еще тут чехол такой классный. В общем, и по размеру она маленькая. Тоже вроде вибрирующая. Да, щетка-массажер для очищения лица. Вот такая. Протестируем в следующем влоге. Артикул 910-231. Вот такая. Кто пробовали, обязательно напишите, кто пробовал. Дальше. Я взяла помаду, я уже ее открыла, глянула. Мы вместе с девушкой, которая мне выдавала заказ, мы ее посмотрели, очень-очень красивая. 40-994. Это нюдовая серия их, я ее не тестировала, вот именно вот эту. Выглядит она, конечно, очень-очень красиво, лакшери. Ну, даже вот от люкс, мне кажется, и не отличишь. Плюс еще мне еще понравилось, что тут у нас, видите, магнит. И выглядит она... Сейчас, секундочку, чтобы не повредить. Вот так. Сейчас. Колпачок положу. Посмотрите на эту красоту. Это прям бархат. Ой, как красиво, девочки. Это такой красивый нюд. Напомню, артикул 900... Сейчас скажу. 900, господи. 40-994. Ой, какая она красивая. А пахнет-то как вкусно. И вот этот вот тональный флюид очень хвалят девчонки. Нюделюжин он называется. 63-55. Я и решила его заказать. И его очень много людей сравнили. Ну, кто пробовал тональную основу, по-моему, от Dior, которая водная, на водной основе. Вот сравнивали. Хочу-могу. Вот так вот он выглядит. С SPF 25, тоже попробую, обязательно вам расскажу. Так, я еще откручиваю его. Нормально, одну руку умудряется еще откручивать. Вот так вот он выглядит.
Так что попробую в следующем влоге, а точнее завтра я намажусь, попробуем, протестируем. В общем, вот такой был заказ. Оставляю вам всегда ссылку на регистрацию мою команду в описании. Проходите, регистрируйтесь. Ну и все. И, кстати говоря, какая тут у нас акция новая? Угу. Смотрите, набор косметики для дома в подарок 17 для новых покупателей. 17 января по 6 февраля. Вот. Можете поставить на паузу и ознакомиться с условиями. Также условия у вас будут в личном кабинете после регистрации. Все, девчонки, на этом я с вами прощаюсь в этом влоге. Всех люблю, всех целую, всем пока-пока. До следующих видео, а точнее до завтра.